В Волжском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего главы Росприроднадзора по Саратовской области. Андрей Андрющенко обвинялся в получении взятки в значительном размере. Противоправная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками ФСБ России по Саратовской области. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций судом по ходатайству следственного органа наложен арест на принадлежащий обвиняемому имущество стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей. Напомним, по версии следствия, весной прошлого года Андрей Андрющенко получил от представителя компании «Саратов нефтегаздобыча» взятку в виде двух пополняемых топливных карт. За это начальник областного Росприроднадзора пообещал игнорировать нарушения экологического законодательства предприятиям, а также оказывать помощь руководству компании. После этого экс-начальник несколько раз заправлял свою машину с помощью этих карт на общую сумму более 40 тысяч рублей. За это ему грозило наказание на срок до 6 лет лишения свободы. Однако Андрющенко написал явку с повинной, признав свою вину, а также оказал содействие следствию. В связи с этим ему одобрили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Рассмотрение дела в особом порядке отражается, конечно, при назначении наказания. Понятно, что ему не может быть назначено наказание более 2/3, чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. В данном случае это лишение свободы. Мы просили 1,5 миллиона штраф и также 3 года лишения права занимать должности. В итоге суд приговорил Андрея Андрющенко к наказанию в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей с лишением права занимать муниципальную и государственную должность на 3 года. Кроме того, сохранится арест на имущество подсудимого общей стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей до тех пор, пока он не выплатит штраф. Анна Забалуева, Роман Шильдяев, Саратов, 24.